Здравствуйте, ребята. И это прохождение игры Люциус. Я ее, ну, не то что ждал долго, но мне интересны такие игры, как это. Это, как я понимаю, приключенческий хоррор, но я не уверен, я, как сказать, не изучал, о чем она. Разрешение, давайте понизим немножко его. Здесь есть вообще разрешение, которое мне надо? Походу нет. Нужна мне ваша синхронизация, язык. Русский включил. Ха-ха. Плевать, кто его включил. Высокий, 25 FPS, меня это не устраивает, ребят. Ладно, я сейчас прервусь запись и потом продолжим, как будто готов играть. Ну что, я думаю, мы готовы. Посмотрим, как будет идти игра, если будет подвисать по ниже настройки. Но пока что у меня стоит Full HD. И текст, и детализация. Отец отдал тебе приказ совершить убийство. Он в записной книжке. Пока что у меня стоит детализация high, ну, высокая. Рад, что есть русский перевод, ну, в перевод хотя бы субтитровый. И вроде бы нормальный. У меня сейчас вот, ну, загрузка 60 FPS, но это ни о чем не говорит. Ладно, ребят, я чувствую себя сейчас не очень, поэтому комментировать, может, буду мало, может, много, я не знаю сейчас, как пойдет. Игра, ну, как я думаю, будет интересной, пройду ее всю как можно быстрее. Ну, в плане я загрузить попытаюсь как можно быстрее, прохожу-то я и так все игры, ну, довольно-таки в темпе. Где-то за день попробую вот это вот пройти, за сегодня, за завтра, может быть, потому что сегодня мне нужно уехать кое-куда потом вечером. Нет, нужно будет понизить настройки. Все это 15 FPS у меня. Это уже ролик на движке. Ну, разрешение вполне есть, потому что Full HD, я понимаю. Для моего ноута, хоть он и игровой, это немножко... Но... Ну ладно, в принципе, видео проигрывается и нормально. Пока что вот это ролик. Кат-сцена проигрывается. И ладно, сойдет. Десять, я понял. Блин, это уже чересчур. Ну, довольно неплохо все выглядит, мне нравится так, само стиль и текстура. Анимация, правда, вроде немножко топорная. Графа реально мне нравится, я люблю такой стиль. Такой довольно реалистичный. Да даже не довольно-таки, неплохо, неплохо так. Уровень реализма вполне. Ну, конечно, не Crysis, но графа это вообще. И самый главный такой демонический ребенок. 18 FPS. Вот цель игры мне интересно, правда, в чем заключается сама. Или это просто, типа, ходи мочи. Ну, думаю, нет, он же ребенок. Ну, пусть и ребенок Люцифера, но все равно. А ты время остановил? О, демон. Привет. И о чем-то говорит. Все так в тишине происходит. Да, к сожалению, пришлось сильно снизить, потому что у меня не получается выставить мое любимое разрешение 1300 на сколько-то там. Пробел, чтобы ознакомиться с информацией об игровом экране. Поэтому у меня сейчас 40 FPS на разрешение HD Raid, я бы сказал. На игровом экране. Выберите сейчас умение. Пока двигаться нельзя. Указатель обнаружения. А что мне скрывать? Текущий уровень умения. Что-то я сейчас мало врубать вообще. Происходящее. А, текущий уровень силы. А, там просто показывают, так сказать, все основы. Вы что, остается вокруг, ходите все замок со стола, нажав левую кнопку мыши. А, бегай так, нормально. Ну, предмет в инвентаре. Чтобы прятать, достать прят, нужно нажимать прятать, так лучше. А, значит, мы демонический ребенок.
Так, закройте дверь. А, заперли ее. Ну, замерзай, служаночка. Холодильник недостаточно холодный. Остудим сейчас. Да, я вижу, там идет пар. Ну, он реально похож на ребенка Люцифера. Я также выгляжу по утрам, честно говоря, таким же бледным, да, так замерзает. Идет к двери. О, мне нравится такое, знаете, мощно так вот показано. Ролики, кстати, пишут 25 FPS. Обычно в играх они 60 или 30, но тут как-то странно 25 FPS ролик. Ну, автор в свой стиль, честно говоря. Да, я так думал, сейчас колотить будет. Какое холодное лицо. Это не анимация, видимо, это так задумано. Ну, ребеночек пошел спать. Демонический ребеночек. Что-то сейчас вот 40 FPS. Не поймешь. Ладно, плевать, сколько FPS. Главное, играется хорошо. Если бы не запись, я в Full HD бы спокойно играл. Это просто запись, понимаете, пожирает. Надеюсь, вы, кстати, услышите звуки диалогов. Я это проверю. Если нет, то извините, я переснимать не буду. Блин, ты же демон. Я переснимать не буду, если не слышите звук диалогов. Вот я чуть-чуть сейчас сниму и паузу поставлю, когда у нас сейчас действие будет. Да, она умерла. Но ребенка кто подумает, он же беззащитный. Беззащитное дитё, необразованное. Ну, это со стороны, конечно, так-то дитё довольно-таки умное. Головастая, где, на, где надо и где не надо. Детектив, видимо. Блин, почему нет субтитров? Извините, переводи. Сейчас я... моя участие в этих событиях... Блин, я не успеваю. Но... оно там. Это... отметка. Отметка, которую я должен был заметить. И источник. В центре всего... был мальчик. Извините, что не перевел вначале, я как-то не понял, что нет субтитров. Ладно, будем переводить там, где их нет. Снова нам показывают Люциус. Я трейлер вам специально вначале показал, просто чтобы вы, так сказать, посмотрели на что-то еще, кроме как вот саму игру. Я люблю показывать трейлеры и ролики из начала игры, потому что они дают информацию. Потому я не просто прохожу, так сказать, я стараюсь предоставить полностью полную картину игры. Так, это что? Пожар. Как я понимаю, нереальный. Потому что мы спали, мы не могли его начать. В общем, мы в аду, в адской версии. Это Люцифер. Люциус, there you are. And here I am, finally, face to face. It's okay. You can trust me. You know who. Я его... ну, он мой отец, типа. I've come to speak to you about your calling, my boy. Each offering you bring me will make you big. It's a simple thing to do, Lucius. You can influence your future and become a master overall. Видите, даже лица у него не видно. But oh, so much to do. Не видно. So much I have some things for the world. There on the desk. Ах, придется записывать Фрапса, потому что звук из ролика не был слышен. Давайте, давайте подберем все. Отпрыгнуть шкатулку. Откройте инвентарь, нажав. Поэтому я ограничен 30 FPS. Так, и нажать что? Вместо инвентаря нажав маус 1. Хорошо, фонарик. You'll need this notebook. It will help you on your journey. А, хорошо, показай.
Выведение, работа по дому. Выведите имя в ноутбуке. Мэри. Excellent. Что замок встал, он может пригодиться. Мэри замерзла насмерть. Я должен вернуть замок на место, чтобы никто не заподозрил, что это был я. Да, нужно очень подстраивать несчастный случай. And look, a flashlight. This will help you find your way around at night. Go ahead, pick up your new toys and see how they work. Such a bright boy. А, так объединять ему нужно. Now, Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. In the kitchen, you left the lock on the freezer door. You will need to get that padlock, Lucius, and hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. And believe me, you wouldn't want that to happen. Go now, get the padlock before the adults wake up. Adults. А, вот так. Сейчас. Ладно, сейчас мы окажемся на кухне, заберем его. Или пройдем через коридор. А мы проснулись в обычном мире. Мне нужно... О, даже, кстати, какая карта интерактивная. Блин, круто. Ладно, придется играть на 30 FPS. Хоть я и люблю записывать PlayClone, если он не записал ролик, это минус. То есть вы уже чего-то не услышали. А это плохо. Очень-очень плохо. Ладно. Заперто. Ну, логично. А, вот эта дверь. Хорошо, дальше бежим в столовую. Замок, наверное, надо сюда положить. Мэри, а, да. Замок, я думаю, положить его в карман, чтобы никто не нашел, он уж пойдет. А, потом, то есть... Телекинез. Да. Кто такое, кого нашел? Как я понимаю. Detective McGuffin, what do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-50s. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. How can something like this happen, Detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, Detective. We'll try our best. Курение убивает, это типа чё? А, заглавие новое. И мы проснулись, как невинные дитя.
А, это какой-то... А, это 60-е? А, нет, 70-е. Я туплю. Только что была дата, и я тут думаю, какой это год? 20 век, в общем. Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter, and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. Же мне сказали, а мы управляем, как я понял, только мальчиком, а нас попытаются поймать. Коллега отца Джин, он иногда приходит к моему зубам, я не вижу. Ненавижу, когда он курит в гостях, от этого у меня болит голова. Это мальчик типа говорит? Он писать уже умеет? Насколько ему интересно? А6, по-моему. О, балансеста, то есть мячик. Извините. Эспаньол. Так куда нам идти? А, мне нравится указатель есть, то есть не надо бегать по всему дому, гадать, чем бы нам заняться сегодня. Бежим все спокойно, проверяем карту. О! Can't you see I'm performing a delicate operation here? Why don't you go downstairs and watch TV or something? По-моему, это Англия, как мне кажется, знаете, такой акцент английский, хотя это может просто стоять какой-то. Cold room. Как морозильная камера, как она здесь оказалась? Когда? Это что, мир такой интерактивный, он меняется каждый раз, как ты в него попадаешь, а? Я, конечно, преувеличил сейчас, но... Прикол-то можем? Мы добрались до этого человека. Так что мне ему сказать? Курение вредит вашему здоровью. Well, there you are, Lucius. Let me look at you. I believe you've grown since I last saw you. Я тоже. Accidents do happen. I'm sure it's all right. А вот так, пока он не смотрел. Вот как все просто. Я украл спички Джин. Теперь он может прикурить только от печи. Я должен устроить для него ловушку. Печь оснащена системой, которая предотвращает утечку газа. Для этого мне нужен какой-то... Stop creeping around, Lucius. You're making me nervous. Хорошо, он может закурить только от печки. А где печка? А, я понял. В конце гостиной. Печка. Система отвода газа. Нужно загазовать комнату. Как это делать, интересно. Сейчас снем, который прожигает течку газа, это у меня уже какой-то инструмент. Хорошо, спички мне не помогут, ноутбук, то... ноутбук, представляю, такой ноутбук. Тетрадка вообще-то. Железный замок, фонарик, железный замок нам не поможет, нам нужен инструмент. Мне нравится, что мы можем тут вещички таскать, это весело. Ладно, так от чего он... Куда он ушел, а? Button seems a bit loose. Should probably borrow a screwdriver from the janitor and fix it. That trunk sure as hell ain't gonna do it himself. А, вот.